На энергоблоке номер один Калининской АЭС продолжается плановая ремонтная кампания. Помимо этого, проводится масштабная модернизация электротехнического оборудования и систем контроля и управления энергоблоком. Наши коллеги из регионального телевидения «Удомли» подготовили об этом сюжет. Модернизация оборудования, внедрение цифровой техники позволяет не только облегчить контроль за работой технологических систем и оборудования, но и приводит к повышению уровня безопасности энергоблока АЭС. Сейчас здесь ведется большой объем работ. Полностью меняется электротехническое оборудование, системы контроля и управления, кабельное хозяйство. Для выполнения электромонтажных работ привлечено более 800 специалистов. В рамках модернизации монтажникам предстоит заменить порядка 2000 километров контрольного и силового кабеля. Ну вот у нас, допустим, есть схема подключения кабелей, которые непосредственно приходят в этот шкаф. Вот. Наша задача правильно его завести в панель, и правильно разделать, разложить и согласно схемам все это подключить. Новый блочный щит управления разрабатывался с участием оперативного персонала в Нижегородском научно-исследовательском институте измерительных систем имени Седокова. Панели были изготовлены по эскизам специалистов, которые непосредственно осуществляют управление энергоблоком. Концепция контроля энергоблоком осталась прежней. Оператор будет регулировать все механизмы, как и раньше, с пульта. Основное отличие – это более высокая эргономика, самодиагностика аппаратуры, удобство управления и обслуживания. Оно требует меньше внимания, имеет высокий уровень диагностики и самодиагностики. В результате возникновения какой-то неисправности оператор уже будет видеть, какая неисправность возникла, и оперативный персонал цеха ТАЭ будет видеть. Реакция, можно сказать, будет молниеносной, начиная вот с открытия двери. Все имеет сигнализацию, все ложится в архив. И здесь не пройдет ни единое действие без внимания. Операторам блочного щита предстоит пройти обучение на тренажере учебно-тренировочного подразделения Калининской станции. Современное оборудование энергоблока, которое представляет собой синтез автоматизированных систем управления, основанных на цифровых технологиях, позволит энергоблоку номер один работать надежно и устойчиво на протяжении десятилетий.